Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас уже, по-моему, четвертая часть ремонта на кухне. Итак, поехали. Что сделала новенького? Повесила часы из Леруа Мерлен. Я вам показывала, купили. На что повесила, девчонки? На вот такой вот самоклеющийся крючок. Но так как часы все-таки имеют вес, я еще, конечно, сюда, ну, типа момента клеем капнула, да, и приклеила к панелям. Все отлично, все замечательно, чтобы стену не долбить, не сверлить. Вот так они смотрятся в интерьере. Мне кажется, прям очень гармонично, очень красиво. Я вот в таких цветах планирую придерживаться, там делать какие-то акценты. Крючки, кстати, классные. На них же приклеила вот сюда, где у меня вот эта полосочка, заодно ее закрыла. Полотенце. Да, здесь уже без момента и держат они классно. Крючки самоклеющиеся из Леруа Мерлен тоже. Вот тут пленочка отдирается, они клеятся, еще один остался. Хорошие три штуки у меня было в комплекте. Планирую еще потом такие подкупить, пригодятся. Так, что еще сделала? Показываю. С Валберес пришла светодиодная лента. Я ее сюда уже закрепила. Сейчас покажу. Я искала на батарейках. Я не хочу от сети. Вот так она включается. Пока на скотч прикрепила, это чисто визуализировать и понять, надо оно мне или нет. Это двухметровая лента. Ее до конца не хватило, да? Но смотрится уже классно. В темноте, когда нет света, здорово. Но подсветки, допустим, самостоятельной, конечно, мало. Заказала еще одну такую трехметровую. Скорее всего, трехметровую пущу сюда. А двухметровую я хочу, наверное, вот сюда, вот где рабочая зона, туда под шкафчики. Я ее сложу пополам. Да, и будет достаточно много света, но это красиво. Посмотрю, в общем, поиграться так здорово, интересно. Так, пришли панели, 30 штук заказала, разрекламировала, девчонки, панели все разобрали. Разобрали все панели по 20, осталось по 30, но мне еще на коридор. Я буду продолжать эту тему дальше. То есть вот по этой стене и дальше погнали. Сейчас буду доделывать вот эти места, все до новой двери, да, и буду с вот этим ящиком играться. Посмотрю, как его обклею, что не обклеится, покрашу. Краска у меня белая есть. Все вот это вот буду заделывать сейчас. Все будет красиво уже, все будет замечательно. Сегодня планирую хотя бы это сделать, пока Крис спит. А, наверное, скорее всего, завтра уже перекинусь на эту сторону. Мне прям хочется, чтобы возле двери уже была красота. Вот этот потолок тоже от полки буду доделывать. Итак, поехали. Так, что сделали вчера? Доделали все вокруг двери. Сейчас покажу поближе. Сделала вот этот потолок. И шкаф я планирую сегодня покрасить все-таки, потому что будет не очень удобно делать панелями его. Тут и ручкой вот этот вот выступ. Короче, неудобно. Но хотя посмотрю. А так планирую сейчас белый цвет его покрасить. Прикрепили уголок вот сюда. Он пока на строительном скотче широкий. Он как раз подошел и закрыл часть шкафа. Да, вот тут она была, торчала. Такой же широкий, как здесь. Так, ну вот вокруг двери, в принципе, все. Сейчас издалека покажу, как это смотрится. Сейчас у меня остались еще такие дела замазочные. Вот это вот, конечно, собирание тетрица, это так себе удовольствие. Сюда купил тоже уголок, но он меньше. И сделал его вовнутрь. То есть он под панелями в эту сторону. Но вот здесь, в серединке, он немножко не прикрывает. И я хочу здесь пройтись белым герметиком. То есть вот внизу, видите, нормально. Вот пошел момент, где он не прикрывает. То есть стены неровные, все такое. Вверху тоже нормально. Вот этот вот участок я сейчас попробую промазать белым герметиком. Так, и то же самое вверху. Это у меня там заложено. Вот здесь стык потолка и стены. Тоже хочу пройтись белым герметиком. По-хорошему еще вот тут. Но тут такой стык хорошенький получился, что в принципе и не надо. Но, скорее всего, сейчас тоже пройдусь. Так, с этой стороны врезала выключатель. Все сделала, все к двери. Тут промазывать ничего не нужно. Тут панели, они кое-где зашли под наличник, а кое-где не зашли. Но в целом смотрится хорошо. То есть ничего не зияет. Все смотрится хорошо. Так что на данный момент пока вот так. Сейчас будет покраска, замазка. В общем, с этим шкафчиком побороться надо. Герметик взяла вот такой. Не знаю, хороший, нехороший, но он нужен. Он много где мне нужен. Пистолет сегодня купила. Вчера сломала пистолет старый. Купила сегодня, сходила новый. Так что продолжаем. Так, что сделано на данный момент? Вчера покрасила вот этот шкафчик. Посмотрела на него. В три слоя покрасила и решила, что нет. Буду обклеивать. Так что обклеила его панелями.
И вот он по бокам здесь покрашенный, да? Так, что сделала еще? Еще герметиком. Прошлась, вот тут я вам показывала трещину. Сейчас здесь все беленько, красивенько, как бы все отлично. Прошлась герметиком по стыкам с потолком везде. Вот так это выглядит при ближайшем рассмотрении, да? Там и здесь. Везде прошлась герметиком. Спасибо девочкам, что подсказали на стыке раковины и плиты. То есть, видите, какая широкая полоска герметика получилась, да? Вот так это выглядит, потому что здесь был такой некрасивый зазор, а теперь это вот так вот выглядит. Ну, какой-то еще мягенький, но уже застыл. Вот так теперь красиво. Красила, точнее освежила, ну покрасила, да, в два слоя газовую трубу. Знала у знакомого, который раньше работал в Кургазе, да, их можно красить. Поэтому она теперь у меня беленькая, вот такая вот красивая, да, освежила, все отлично. Сейчас буду приступать к вот этой стене, все отодвигать и начинаем. Там не очень удобное место, скажем так, свет, ты где? Там не очень удобное место, но что делать, все равно надо все заделать. Посмотрела, кстати, экраны на батарею. Скорее всего, это будет экран, да, за 1300 на 6 секций можно купить экранчик и закрыть красивеньким беленьким. Скорее всего, буду сегодня заказывать его на Озоне. Потом расскажу, покажу. Ну что, девчонки, основные моменты закончены, да, осталось, ждем по потолку человека. А так, доделали. Ура! Сейчас покажу, что делала, покажу, что купила. Доделала всю эту стену за батареей, под батареей, все там. И там, везде. В общем, углы промазывала герметиком беленьким. Смотрите, как прилично. Немножко запускала панель, буквально несколько миллиметров, под наличник вокруг окна, да? Чтобы это смотрелось красиво, естественно. Вот, и что хочу сказать. Если будете белым герметиком промазывать углы и так далее, ничего еще человечество лучше не придумало, чем палец. Я сначала действовала ложечкой. Это, кстати, тоже очень удобно. Пластиковый или обычный чайный, вот этой стороной ровненько вот так наносила из пистолета и ровненько проглаживала. Но все равно нет. Пальчиком ровнее всего. Вот прям идеально. Пальчиком, потом быстро-быстро вытирать пальчик, потому что герметик практически не смывается. Вытирать об тряпку пальчик. Потому что он потом реально не смывается. Он тянется по рукам и об влажную тряпочку все руки вытирала. В общем, все кругом доделано, все отлично, все классно. Мне очень нравится, безумно. Убрала микроволновку, все-таки послушала советы девчонок. Убрала микроволновку. Тут у меня сейчас котлетовса жарится. Вот, и теперь освободился вот этот стол, что здорово, как бы рабочая лишняя поверхность, прекрасно. Вот у нас микроволновка. Где? Как бы все замечательно, везде есть отступ, все нормально, там розетки, все хорошо. Она подключена, мы ей крайне редко пользуемся, но тем не менее она есть. Да, в шкафу в канале я хочу купить еще вот такие контейнеры и все организованно разложить. В общем, все потихоньку. А по поводу штор, многие девочки советовали однотонные, да. Я подумаю, я посмотрю, это уже мелочи жизни, прямо от окна брикует, да. Плохо видно. Это уже мелочи жизни. Этим я займусь обязательно в процессе. Конечно, лучше однотонные. Эти все-таки тоже они создают шум визуальный, да? Но я не против него, потому что визуальный шум, он в какой-то мере уют создает, да? Не хочется делать помещение слишком таким холодным, скажем так, да? Но я подумаю что-то по поводу штор. Я заказала экран. Заказала экраны 7-секционные, хотя здесь 6 секций. Красивый экранчик заказала на Озоне. В Леруа они гораздо дешевле, но там нет 7-секционных. А 6-секционные, я почитала отзывы и поняла, не подходят. Они маловаты на 6 секций моей батареи. Я замерила и заказала на Озоне 7-секционные. Там очень долгая доставка. Как придет во влогах или в следующем видео про кухню, вам все расскажу. Что еще интересненького, девочки, заказала? Смотрите, я все-таки про рейлинги, да? Посмотрела, почитала, подумала и решила, что все-таки хочу. Посмотрела на цены, и как раз в категории рейлинги почему-то мне попались вот такие вот вешалочки. Я заказала такую же вторую, я хотела именно черную, вот как это смотрится издалека. Я ее повешу здесь рядом, 300 рублей.
по зон, если зон карты платишь, 306, по-моему, рублей она мне обошлась. Я ее прилепила, тут же заказала вторую, потому что классно, они будут висеть две рядом. Несмотря на то, что здесь вот шов и плотно не прилегает липучка, на родной липучке клеем никаким не проклеивала. Вот, да, не плотно прилегает, а липучка все прекрасно, изумительно держит, не отваливается, все замечательно. Смотрите, вот такие вот они штуки, там отклеиваешь и приклеиваешь, да? И саму полку, кстати, можно снять, помыть. Видите, она как держится. То есть вот так. Крючки, все отлично, мне все нравится, все изумительно. Очень хочу вот тут рядышком такую вторую, и будет прям фэн-шуй. А может быть и не буду, посмотрю. Может быть, две вот будет не так смотреться. Я уже вот думала об этом, что может быть мне одной достаточно, как бы и две не надо. Но я посмотрю потом. Предложу, посмотрю, как это все дело будет выглядеть. Вообще мне нравится. Кому ссылка нужна, или сразу я ее под видео, наверное, размещу, потому что я знаю, девчонкам моим понравится тоже. А рейлинг покупаешь отдельно трубу, это порядка 1000 рублей нормальный рейлинг, да. Отдельно к нему покупаешь крючки, а здесь как бы все. Я почитала отзывы, все так довольны, есть и в белом цвете, и в ванну кто-то себе, и на двери шкафчиков внутри, на нижней, да, что-то туда вешает, корзиночки там, бытовую химию хранит и так далее. В общем, я считаю, что за 300 рублей это шикарная вещь, и то, что держит достаточно тяжелые предметы, тоже очень шикарно. Я прям не налюбуюсь сейчас, далеко вам как-нибудь еще покажу, как литосы сварю. Вот, очень классно, мне прям нравится, я испытываю восторг. Так что вот такие дела. Еще промазала, что я промазала? Вот тут герметиком белым прошлась. Так, я уже забыла, показывала я вам возле плиты или нет, что я заполнила, уже не помню, если честно. Вот здесь прошлась, потому что здесь у меня было просто клеем белым герметиком. Вверху там прошлась. Вот, в общем, все, все классно, все здорово. Я прям кайфую на самом деле. Кухня завершенная, кухня. Потолочек осталось, полы, потом это как бы тоже я смотреть буду, играть. Сейчас осень, будет зима, времени дома будет побольше. Вот, а так в целом все здорово, все замечательно. Основное доделали. Теперь остались такие мелочи, как декорирование, да. И поверхность все-таки освободилась. Рабочий почему не хотела освобождать, да, потому что, ну, здесь труба, ну, труба, ладно, я ее обновила, покрасила. Там тоже газовые трубы, и здесь вот у меня там розетки. Ну, как бы это чайник все закрывает. Но я тоже продумала, как поставить. В принципе, теперь большая рабочая поверхность, чему несказанно довольна. Все здорово, все отлично. Кстати, хотела вам рассказать про деформацию панели от духовки. Вот есть кусочек, где они отошли. Я буду потом клеем еще и проклеивать здесь. А вот такое местечко, оно как раз вот, хотя расстояние большое, да, но все равно вот такое местечко образовалось. То есть это в глаза не бросается, это не видно, но надо это все дело, конечно, поправить. Ну, не критично, не критично, все отлично. Я очень довольна, они прекрасно моются, просто идеально, без каких-либо усилий. Вот что-то фарш у меня прилип. Они идеально моются обычной тряпочкой. Все шикарно в этом плане. Я довольна именно, что выбрала панели, да. На этом эту часть буду заканчивать, да, потом, когда придет экран, придет вторая полочка, обязательно будем с вами продолжать менять кухню в лучшую сторону. Всех люблю, целую, всем пока-пока, надеюсь, было вам интересно и полезно.